Хей, гайс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Rusty Lake Hotel. Ну что, поехали? Комната 1. Мистер Олень. В прошлой серии у нас прибыли гости. Это голубка, олень, кабан, типа индюха, кролик. Так, хорошо. Так, сейчас, подождите. Опа. Я мышку просто протер. Мистер Аней, принесите кровавую Мэри. Так, водка. Типа я должен сам ее сделать, да? И прочитывается. А, типа, план здания. Слишком много выходов. Ну, ключ. Ключ и какой-то, что-то можно походу сюда посадить. Так, стакан. Ясно. Это у нас... Да, это у нас ничего не переводится. Прикольно. Ладно, кровавая Мэри. Блуд, кровь, водка. Тала... Непонятная буква, короче. И секретный ингредиент. Блэд. Да ладно, разберемся по пути. Так, здесь, кажется, чего-то не хватает. О, рога появились. Ну? Ага. Нифига себе. Ну, это что-то должно сделать же? Так, какой-то листик. Опа, розмарин. Так, налей, налей. Почему ты не наливал? А, это водка у нас. Стакан берется? М? Этот, он грязный. Is not complete. Его, им нельзя пользоваться. Хорошо, игра еще не полностью переведена на русский. Вопрос, почему? Так, походу нужно зажечь. Огня у меня нету. Ключик. Так, туда нужна восьмерка, восемь, да? Водка. Разлива не идет. У нас насекомые. Грязная, походу, полка. Весы. Это на что хотя бы? Короче, 4 плюс это 5, пускай будет хорошо, треугольник. Четыре, значит, а 3. Единица. Короче, 5, 1, 3. Так, к чему? Ну, пускай пока что будет. Ведро. Бабочки размахивают крыльями. Так, тумбочка. Птички. Пусто, пусто, пусто. Хорошо, у нас пусто. Стакан. Что-то нужно размолоть. Ладно, идем тогда дальше. Окна. Так, веревка. Скорее всего, привязать нужно, да? Привязали. Поднимаем. Ведро с водой. Так, сейф. Ну, это мы с вами смотрели. Я уже циферки немного запомнил. Есть звезды почему-то отличаются, значит, будем смотреть на звезд. О! Понятненько, тихо. Значит, мне нужно все-таки тебя взять. И попытаюсь поймать. Нет? Хорошо. Давай разберемся тогда с тобой. Здесь точно 3. Здесь точно 3. 1 и 5. Так, ножик.
Хорошо. Бабочкой споймать еще не могу эту. У меня есть спички. У меня зачем-то есть вот это. Как зерно. Бабочку мне, походу, нужно споймать, и будет в порядке какого-то нажимания это делать, поэтому спичками поджигаем. Тут, скорее всего, воду нужно добавить. Вода не добавляется. Хорошо. Теперь нам нужно... Ага. 6. Как понять, сколько здесь? Тут 5 было. Отлично. Нам нужно 8. Так, если здесь у нас один, если я сделаю так, теперь у нас будет здесь, получается, 7. 5 сюда. Тут 7. Теперь сюда. У нас 8. Допустим, вот 5 здесь. А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 1. 2, 3, 4, 5. Черт. Ладно, выливаем все. Здесь 1. 5. Да. 0, 6, 5. 5. 1. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 будет 6. Удалю, хорошо, здесь. Здесь 4. А, ну правильно, 4. Так, не понял. Тут 1. Тут 5. Так, тут 11 вмещается, получается. Нет? Ладно, один есть. 4, 5. Я могу 7 сделать сейчас. Уже 4 сюда. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь 2, значит, сюда доливаем. И готово. 8 для воды. Отлично. А теперь тебе вставлять. Хорошо, мы вылили. Идет образование чего-то. Что-то мы получаем. Так. Пока что непонятно. У меня еще есть вопрос, чем мне ловить бабочку. Тумбочка не открывается, да? Под тумбочкой ничего нету. Так, траву вырезать никак нельзя. Ведро с водой. Как мне что-то тогда сделать с бабочкой? Не нажимается. Не хочет ничего делать. Ладно. Как вариант, мы можем сюда полить водой. Ага. Хорошо, закрываем. Теперь у нас свет есть. Может быть, там что-то вырастет. Только мы туда еще ничего не посадили. Чего? Строго кровь. Кровь у нас есть теперь. Так, давай. Кровь. Так, ты. Тебя сюда нужно вливать или куда? Водка тоже сюда не льется. Хорошо. Идем к коктейлю. Наливаем водки. Так. Пустая столовая. Вода.
грязная. Мы уже кровь добавили, водки добавили. Водка у нас пустая. Значит. И ничего не делается. Хорошо. И еще мы можем что сделать? И в бутылку ее тоже не посадишь. Может, я просто не успеваю ее ловить? Зачем мне вода тогда? Можно вообще без этого? Просто руками словить? Как вариант? Нет. А, давайте еще подумаем, походим. А, стоять, тут же что-то вытекает. Табаско. А, табаха, это вот это получается было. И? А, дринк. Напиток еще не готов. Я думал, грязный дринк. Дети грязный, точно. Хорошо, ведро с водой. Я не понимаю, что можно сюда еще добавить. То есть, у нас больше ничего не дается. Может, скрепку можно взять, я не знаю. Лист не рвется, ничего. План дома. У меня есть пустая столовая. Короче, пустая баночка и стакан. Вопрос только остается открыт, что мне с этим делать. Табак. Есть вариант сходить сюда и вылить сюда табак. Отрицательно. Пустую тоже ничего не сделаешь. Воды тоже ничего не сделаешь. Что здесь? Здесь ничего тоже как бы у нас не активируется. За сейфом мы все сделали. Понимаю. Окей, допустим. Пылью, чтобы было у нас пустая. Вопрос остается открытый. Хорошо, мне нужно как-то споймать ее. Бабочку. Мотылька, бабочку. Чтобы вот это взаимодействовало. Вопрос... Подождите, тут тумбочка. Я ее открывал. Здесь больше ничего не было. Сачок я тоже ничем не сделаю. Или сделаю. Или не сделаю. Да, похоже, ничего больше здесь я не сделаю. Растение, и ничего тут тоже не нажимается. Посмотреть можно и все. Ведро с водой. Но оно мне ничем не поможет. Вот если бы я мог словить бы, то да. Может, нам прилететь через какое-то время? Да нет. А, неужели? То есть мне нужно было, когда она сидела. Прикольно. Тогда ладно, смотрим сразу. Так. Давайте сделаем так. Синий, коричневый, прозрачный, прозрачный, синий-синий. Или по крылышкам плоская, низкая, шероховатая, шероховатая, плоская, плоская. Допустим. Бабочку сюда. И поехали. Шероховатая, такая... Тык-тык-тык-тык. Отлично. Семена. Воду мы с вами уже приготовили. Тогда ставим семечку. Закрываем. Выходим. Время тянем, да, типа? Ого. Ядовитые семена у нас есть. Хорошо.
Теперь ядовитые семена, где они были, молотилка. Ставим туда. Перемалываем. Крутим. У нас получился яд. Ядовитый порошок, правильно. И это у нас с вами секретный ингредиент. Нет. Второй вариант. Нам нужно смешать с тем, что у нас готовится. Отлично. Яд. Добавляем секретный ингредиентик. Напиток готов. Ваша кровавая Мэри. Ну и что, как вам? Кажется, ему норма. Если после этого он не умрет, тогда я не знаю. Может, мне нужно выйти? А, все, вышло. Не бойся, я вам помогу. Ты в порядке? Мидир, мидир. Новый рассвет. Настал рассвет. Нажми для продолжения. Фойе. Так, стоять. Мне же нужно теперь к ресторанчику, да, пойти? Вы уверены, что хотите готовить? Да? У меня, в принципе, все рецепты есть. Ну, ингредиенты. Первый ужин. Вердикт. Идеальный ужин. 3 звезды. Спасибо, спасибо, спасибо. Наступает ночь. Гости и другие идут спать. Нажмите для продолжения. Ой. Ну, короче, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.